Их не было поначалу, обновил, они появились. Ну, ребят, чаще обновляйте чат Ютуба, он лагает очень сильно. Тайтанчик, что там с третьим и четвертым местом в легендарке? Воу, ты сколько к нам не заходил, дружище. Вся инфа уже давным-давно на сайте Арены и в группе PB Esport. Вошли в эту четверку игроки команды Атрибуции «Вертолет». Привет из Кемерово, вы лучшие, хорошие игры. Спасибо, спасибо тебе тоже огромнейший привет. Когда начнете, ребят, это не от нас зависит. Как только пятеро игроков будут готовы, будут в бою, так мы и начнем. И я с Прокоп, ребят. Пойдемте гулять. Тут, я смотрю, все в чате с Прокопом у нас. Эй, Прокопский, привет! Привет, привет! Как у вас дела? Так, а у нас пока что пятый игрок у пульсов заходит. Слушай, ну это третья решающая карта. Здесь, понятное дело, мандражик и прочие прилегающие к ним. Слушай, ну сегодня пульсы проиграли на песчанке своему первому сопернику. Но! Потом они выиграли. Слушай, ну значит ли это, что команда Scorpions будет здесь фаворитом? Как думаешь? How do you think, Максим? Не знаю, не знаю, Герману вообще очень сложно что-либо утверждать за эти два коллектива. Очень хорошо вернулись в игру игроки команды Пульс на деловом центре, смогли отыграться, но буря в пустыне. Я вот все пытаюсь, знаешь, как-то определиться уже среди этих двух коллективов, я не могу явного фаворита среди них выдвинуть. Они действительно на равных готовы бороться. Дам, возможно, где-то вот эта спортивная злость и возьмет верх над соперником у команды название Пульс. Видно, видно по чату периодически то, что они особо не любят вообще общаться со своим соперником. Так что все будет зависеть от первой половины. Я это уже говорил в нашем перерыве, то что кто возьмет первую половину, тот, по сути, должен будет забрать эту карту. Вот так вот. Ну, по первой половине не знаю, как вообще, что будет для наших команд. Так, что там, ножевой раунд отыграли уже? Да, и Скорпионс выиграли, и они, скорее всего, перейдут сейчас в оборонку. Судя по всему, давайте посмотрим, или начнут в атаке. Привет клану Эклипс. Передай, пожалуйста, Эклипсы. Здорово, здорово вам, ребята. Кстати, раньше видел этот клан вообще в бою и периодически встречался сам против них на КВшках. Прошу прощения, ребят, я что-то подавился. Но, тем не менее, потом как-то вы куда-то потерялись. Где вы были, Эклипсики? Ох, ну что, да начнется заруба. Победитель на этой карте отправляется минимум на второе место боевого дивизиона. И, соответственно, попадает в гранд-финал. Как бы это примитивно не звучало, это значит, что уже у нас... Сколько команд у нас выходит в элитный дивизион? Не помнишь, Максим? Нет. По-моему, там нет. 3, может быть, даже 4. Я не знаю. Надо посмотреть, но... По-любому выйдут уже Мэтхаусы и еще кто-то. Еще кто-то. Но Скорпионс, либо Пульс, так точно. То есть два места точно тут уже выходят. Поэтому давайте смотреть. Гранд-финал не за горами. Поэтому желаем командам удачи, ну и победить сильнейший, как всегда.
Буря в пустыне. Но поехали посмотрим, кто же у нас окажется сильнейшим на данный момент. Игроки команды название Пульс готовятся к атаке своего соперника. Но посмотрим, насколько хорошо у них это получится. Все-таки, мне кажется, здесь будет довольно агрессивная игра со стороны команды Скорпионс в обороне. Мне кажется, парни будут занимать именно позиции площади, откидывать гранаты. Но Рокки все-таки под эти хаешки выходит, оформляет здесь даблкилл. Его также моментально разменивается. Также два килла с его стороны имеется. Ну и теперь ситуация 3 в 3 на карте. НПК в аркаде Ланга. Его по-прежнему не выпускает выход мида. Здесь Абсент пытается найти фраг. У него получается. НПК вроде как ринулся выходить за спину, но тем не менее потом вернулся на лонг, выходит на пески. И сейчас готовится принимать выход мида. Но здесь антиутопия попытался ему противостоять. Не удалось. НПК 1 в 2. НПК это уже подходит под мидл. Видит Абсент. А зачем? Зачем Абсент стреляться? Поставьте бомбу, пожалуйста, сыграйте численное преимущество. Зачем вот этот велосипед? Зачем вот этот непонятный стоять, ждать соперника на миду? НБК сейчас так-то 1 в 3 может потащить. У него и хелсбар-то побольше, чем у резонанса будет. Но от резонанса кладется дым и меняет позиционку. НБК 1 в 3, да ладно. Но здесь эстонец, да, уже пишет в чат командный. Не самую приятную лесную фразочку в адрес своей команды. Ну вот зачем, зачем, зачем они вот, ну, куда лезть, то поставьте бомбу, сыграйте 2x1. Нет, я выйду постреляться. А такой раунд хороший. Ошиблись. Ошиблись откровенно. Здесь игроки команды название Пульса. Опять же, Рокки играет довольно агрессивно на позиции площади. Но игроки команды Скорпионс прекрасно понимают, как передвигается их соперник. Они прекрасно знают то, что сейчас будет агрессия постоянно именно на позиции площади. И особо стараться там стреляться, наверное, будет для них не с руки. Поэтому парни принимают решение играть в закрытую. Я думаю, сейчас Пульсы должны это прекрасно понимать. Ну и в соответствии подстраивать уже потихоньку свою страту именно под заход этой закрытой. Выход, скорее всего, будет у нас с кишки. Выход мида, также Рокки и эстонец играют под позициями Б-сайта. Открывается на НБК. НБК находит open track. И большинство для команды Скорпионс. Да, сейчас будут недовольны возгласы в чат. Громов, ты не туда единичку поставил, поменяй. Я вот предрекаю, за 2 минуты до этого события я уже заранее предсказал, что будет. Вот я прям даже потом после матча обязательно промотаю чат до середины и посмотрю. Там по-любому были такие сообщения. Так, ну ладно. Пока ситуация 4 в 4, заход уже в бэплент имеется. А вот Ноэль сейчас должен удивлять. Ноэль не удивляет, потому что его контролили. И Рокки сейчас выйдет сюда префайером и... Отлично. Слушай, ну здесь могло быть уже 2-0, если бы не ошибка команды Пульс в предыдущем раунде. Ну а так, устанавливается бэплэт, но здесь уже Эва приходит и тоже получает бэплэт. Ну, Рокки красавчик, конечно. 6 фрагов за 2 раунда, это очень много. Но несмотря на тот обидный раунд вообще в исполнении команды название Пульс, то что парни отдали ситуацию 1 в 3 своему сопернику, парни в очередной раз в попытке отыграться, и у них это получается. Антиутопия закрывает своего соперника, не смог пройти здесь Агейрос, но и в соответствии 1-1 загорается счет на табло. Игроки команды название Пульс что-то знают действительно об атаке на этой карте, парни подготовились к своему сопернику. Очередной агрессивный выход на позиции площади, но тем временем НПК попытался закрыть выход Ланга. Рокки его не простил. Антиутопия также находит минус по кейсу. 4 в 3 ситуация на карте. Так, ну что? Пока в меньшинстве продолжают игроки команды Скорпионс. Бомба уже была установлена. Ну ладно, смотрим, как будут выбивать Эва и компании. Надо все-таки дождаться, наверное, всех. И Эгейроса, который должен сюда подойти. Ну а там для нее будет антиутопия. Антиутопия такой, так скажем, будет байтер, который не будет позволяться 100% всем игрокам стреляться в оборону с своими тиммейтами. Ну и вот Рокки со Стонсом отлично закрывает своего оппонента. И Эгейрос даблкилл делает сейчас. Но там уже эстонец его готов встречать. И это 2-1 в атаке. Слушай, ну почему Пульсы так не играли против своего предыдущего оппонента на этой карте? Как ты помнишь, они играли очень закрыто, очень медленно, что-то пытались сделать. Здесь же все. Аркадные действия, сразу 2 раунда из 3. И то могли 3 из 3 забирать, если у меня ошибка. Ну да ладно. Но опять же, знаешь, как бывает, да, парни провели первый матч, где они зажимались, где они играли довольно аккуратно. Потом, возможно, просто, ну, провели какой-то тим-толк, провели обсуждение, поняли то, что да, для них, ну, в принципе, на этой карте играть довольно медленно, это не плюс, для них это не выход. И, в соответствии, сейчас переходят на более агрессивные действия, но этот раунд тоже начинается довольно медленно в исполнении команды название Пульс. Парни готовятся принимать выход именно на площадь, они готовились к прокидам
со стороны своего соперника, но это очередная закрытая в исполнении команды Scorpions. Ну и как же будут действовать сейчас пульсы против своего соперника? Втроем направляются на лонг, попытаются открыть позиции Б Плейнтан, но здесь Хейс принимает на песках вместе с NBK. Но вообще, когда закрыто играется, ну, на мой взгляд, легче именно нанести удар по Аплейнту, выход мида и кишки одновременно, но Ноэли закрывает здесь абсента и добывает большинство для своей команды. Слушай, ну здесь опять же, выход так-то и от Рокки может быть еще результативным, но если НБК, конечно, его не перестреляет, а у НБК теперь проблемы под Бэклентом, да, там есть Песков товарищ Хейс, но Хейса контролит, и Рокки делает даблкил. Рокки десятку уже наколотил, что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Остановить этого бестяру какого-то. Я не знаю, парень явно что-то перед этим матчем покушал такое очень вкусное, видимо, что придало ему такие силы. Ну вот да, сейчас его закрывают, но там уже размен моментально от эстонцы. Есть 3-1 в атаке, пульсы. Талия — это команда, которую мы видели сегодня в открывающем матче дня. Что происходит? Можно мне, пожалуйста, объяснить, как вообще такое сейчас происходит у нас на карте? Игроки команды Scorpions, конечно, допускают сейчас огромнейшую ошибку, вообще позволяя своему сопернику просто доминировать на всей карте. Они позволяют спокойно им передвигаться. Ты посмотри на эстонца, да почему его до последнего не закрывают? Он находит минус по NBK, далее Хейс, моментальный размен. Но там Рокки был ближайший саппорт у эстонца. Почему эстонец действовал один, непонятно, но он нашел минус для своей команды, это огромный плюс для него. Резонанс также ликвидирует своего соперника, ну и ситуация опять же в большинстве для команды названия Пульс. Слушай, ну я не знаю, что творится с командой Scorpions дважды за сегодня. Я не хочу, конечно, говорить заранее, но дважды за сегодня команда Пульс близки к тому, чтобы начать с поражения и перетянуть одеяло на свою сторону. Это, конечно, колоссальная работа в плане морали. То есть там, ну, действительно, ребята очень морали устойчивые, раз так вот все происходит. Очень много команд сноуболится именно по результатам первой проигранной карты и уже не верит в камбэк. Но что делает команда Пульс, это, конечно, заслуживает огромного уважения. Но они еще не выиграли, поэтому давайте смотреть дальше. У Хейса огромные проблемы. Да, у него в саппортах есть Эва. Но сюда могут просто откинуть зонящий смог и... Пожалуйста, вот он этот смог. Прочитано, просто прочитано. От Хейса имеется минус по Рокки, моментальный размен от антиутопии. Эво также отметился фрагом, но за это же и поплатился. Здесь же антиутопия закрывает Ноэля, и счет на табло загорается 4-1. Даже если сейчас будет тактическая пауза в исполнении команды Scorpions, даже если они возьмут 4 раунда в ряд после этой тактической паузы, все равно уже первая половина очень и очень жестко была отыграна командой название Пульс. Попытались по первому таймингу сыграть агрессивно на площадь, попытались сыграть по кафе и лангу, но не удалось, соперник не вышел на перестрелку, только обменялся гранатами. Пока что без минусов на карте, с девятки играет антиутопия против своего соперника в кафе, там Эгейрос пытается ему противостоять, но пока что по сотне у каждого из них, и парни стоят у последнего. Но здесь уже есть выход от Хейса на лонг, но вот очень опасно он как-то стреляется. Да, хорошо, что он раздамажил Рокки здесь. Рокки — это самая главная такая угроза команды Scorpions, но он по-прежнему жив, это далеко не означает то, что он здесь погибнет сразу. Но он погибает, у Эва 24 хп, и его должны давить, но отлично Эгейрос. Эгейрос очень хорошо хелпует, и ситуация 3 в 5. Ну смотри, насколько все биты, ну, точнее 3 игрока биты в команду Scorpions. И один фуловый! Нет, это тоже битый. Прошу прощения, отлетел. Это 3 в 4 и уже 3 в 3. 3 в 2. Ситуация NBK закрывает эстонца тем временем. Ситуация, да, 3 в 2, как я уже сказал ранее. Ну и посмотрим, чем же смогут удивить сейчас нас пульсы. Парни вдвоем принимают решение действовать. Они направляются на кишку. Их должен здесь Ноэль слышать. И Хейс уже принимать. Вылетает с прифайром. И Хейс здесь собирает урожай. Даблкил в его исполнении. Ну и 4-2 загорается счет на табло. Да, в этом раунде оступились немного игроки команды названия Пульс. Но для них имеется преимущество в 2 раунда. Поэтому парни могут сейчас, ну не то что позволить себе ошибаться, возможно где-то поменять страту, немного поэкспериментировать. Но очередной выход на площадь, open фраг от Рокки, ну и атака на мидл, судя по всему. Да, но здесь опять же Эва нашел все-таки фраг с гранаты по эстонцу. Эстонцы терять тоже не очень хорошо, команде Пульс все-таки очень много импакта этот парень вносит в раунд. Но от Рокки есть еще минус прокида по Хейсу. И
что у нас один игрок на Б, один игрок на А и один игрок на первом-втором. И команда Пульс просто должна понимать то, что сейчас соперник в меньшинстве, и он не играет в закрытую, потому что Эгейрс очень часто пушит и играет прям-таки на отстрел. И вот НБК. Ну а зачем? Ребят, ну у вас меньшинство. Ну, сыграйте даблой, не знаю, сыграйте 2x1, там где-то выбейте кого-то, попробуйте хотя бы. Ну и пульсы здесь могут идти смело забирать пэплэнд. Ну, зачем выход по Дани, немножко непонятно. Эва двоих хоронит, остается Рокки в соло. Ну, у Рокки 64% тем временем, и я так полагаю, у него еще уашки остается. Нет, нет уашек дуальных. Но он занимает, ну, не то что нестандартную позицию, довольно часто мы видим здесь игроков, но в основном легендарный дивизион принимает решение уходить там куда-нибудь на боковую и так далее. Но Рокки сейчас может удивить своего соперника. Полетели прокиды, есть первый минус от Рокки, падает Эгейрос, и остается 1-1 против Эва. Не так уж и большой, не такой уж и большой разрыв в плане хелсбар здесь был, но Эво все-таки справляется с Рокки, добывает третий раунд в актив своей команды. Скорпионс не сдаются. Скорпионс понимает, что игра состоит до 10 взятых раундов, поэтому после счета 4-1 они все-таки включаются, берут два раунда подряд и оставляют за собой право камбэка на этой карте, но уже очень много раундов отдали, честно говоря, атаки. Хотя нету никакой гарантии, что Скорпионс не заберут так же много, как и их оппонент на первой половине, поэтому здесь желательно вообще никак не расслабляться команде Пульс. Потому что соперник реально стреляющий, и стреляющий очень неплохо. И это может стать таким, скажем, решающим фактором на второй половине, и должны это прекрасно понимать ребята из Пульсов. Ну и там очень аркадно, Эва играет под первым этажом, но немножко не в той ситуации находится этот игрок с его командой, чтобы вот настолько вот идти агрессивно отстреливаться. Но, в принципе, его за это и простили. 79% здоровья у него остается, поэтому нормально. Нормально сходил в аркаду. Отходит пока что под позиции мида. Здесь же от апсентера летят прострелы. Рокки пытается отыграть через позиции песков. У него это получается. Падает Хейс. Правда, также погибает резонанс. Ситуация 4 в 3 на данный момент на карте. Рокки пытается открыть именно позиции Б-сайта. Нарейдил здесь НБК. Очень битые четверо игроков команды Скорпионс. Ну и ситуация 3 в 3 на карте. От апсента также был минус. Б-сайт сейчас будут разводить. Апсент выходит также на мидл. Рокки тем временем закрывает НБК. Апсент минус по Эгейросу, но и Ноэль остался один против двоих. Да, хелсбар, конечно, у его соперника далеко не превосходящий, но Апсент справляется. Апсент очень хорошо включается, кстати, вот на последних двух картах для своей команды. Молодцом парень. Красавчик, ничего не скажешь, но вот почему-то он как-то, не знаю, то ли подлагивает, то ли реакция немножко уже затормаживает, потому что там как-то медленно стрелял сейчас по игроку выходящего железа. А Эва решил пропушить мидл, в принципе, результативно, но моментально размен, и этот размен плюс, опять же, для атаки больше, нежели для обороны. Хейс решил пропушить, но это, да, попытка агрессивного раунда, но он выглядит как-то очень скомканно в исполнении Скорпион. Не было какого-то, знаешь, договорного пуша со стороны этих ребят, то есть мидл там, да, с первого этажа как-то пропушил, а остальные как-то непонятно куда выходили и так далее. Но Рокки остается вдвоем вместе с резонансом. Рокки пятнаху уже наколотил, может быть, собой доволен. Но Рокки, в принципе, сейчас также с флоуом своим хелсбаром может здесь устроить своему сопернику карнавал. Заходит пока что под позиции КП, но все по нему была информация, и здесь его закрывает в три ствола сразу же. Но все-таки счет на табло 5-4, первая половина окончена. Ну и чем же будут отвечать сейчас игроки команды Scorpions? Обычно мы хвалим, да, команду за то, что они отыграли первую, казалось бы, слабую сторону для себя очень хорошо. Но далее на смене сторон также бывают огромные проблемы. Но, безусловно, игроки команды название Пульс на данный момент молодцы. Они огромные молодцы, они смогли дать отпор своему сопернику. Но посмотрим, смогут ли довести до логического завершения эту карту и ворваться в гранд-финал. Но как же я не завидую этим ребятам. Получается, они, если сейчас выигрывают, то предыдущий матч был для них в формате BO3 полноценным. Три карты отыграли. Если сейчас выигрывают, тоже отыгрывают три карты. И потом еще с медами бороться в формате BO5. Это просто unreal какой-то. Слушай, ну, команда Пульс вообще это сенсация, как по мне, этого сезона. Там ребята, по-моему, давно, да, уже играют же в боевом дивизионе? Да, да, очень давно. О, там реально очень давно, там еще начиная со Старладера и так далее. И вот сейчас они действительно близки к тому, чтобы завоевать свой первый очень неплохой даже титул.
Ну и какой подбор игроков у этих парней сейчас, это, конечно, прям очень классно. Да, будет жалко, если все-таки они проиграют в финале команде Madhouse. И... Но, тем не менее, я думаю, эти ребята определенно уже заслуживают очень огромного уважения. Два БО-3 уже за сегодня провели, ну, полноценных практически. Еще вот сейчас идет второе БО-3 противостояние. Но и пока что они близки к тому, чтобы все-таки выйти в этот гранд-финал. Но это реально для них уже будет победа. Ну и раунд 5 в 0. Очередное подтверждение тому, что пульсы сейчас находятся на огромнейшей плюс морали. Браво! Вот она и шестерочка залетает на табло для команды название Пульс. Ну и в соответствии парни должны просто сейчас не растерять этот настрой на игру, не начинать там, ну, расслабляться, как-то немного баловаться, и должны просто идти дальше, играть по своему сценарию. Есть опять же open фраг, погибает NPK, и стонет за спиной, по нему есть Аня, необходимая информация, и стонет, закрывает здесь Агейроса, но или Хейс моментально размениваются, пошли далее атаковать позиции Б-сайта, но Эво и Дуэль остаются уже вдвоем. Они также находят фраг по Рокке, Апсент попытается закрыть выход Б-сайта. Есть один минус, погибает Эвон, но Ноэль еще в живых, 34% здоровья у этого парня. И, в принципе, он может показать сейчас себя в деле по головам, но по нему есть необходимая информация. И, по сути, должны, ну, если не первый, кто его забирает, точнее, не первый, на кого он выходит, его заберет, то должны играть на размен. Это антиутопия или же Апсент, но под антиутопию есть атака, да ладно. Ну как-то вот да, все-таки слишком динамично передвигался антиутопия под позициями Атланта, да, там пытался, понятное дело, чекать перемычку, но ситуация на самом деле того не требовала. И Ноэль ставит бомбу и уходит в кишку. Но это действительно такая, знаешь, прям вот, ну вот правильная трактация отыгровки один в один с таким-то количеством хелсбара. И Absent Mindness понимает, куда ушел соперник, да ладно. Слушай, как же он круто читает своего оппонента, и Absent все-таки садится на дефьюз. И садится в закрытую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 34 хп, Ноэль. Надо забирать. Надо забирать, надо идти пушить. Ну, долго, очень долго Апсент бежит. И он все-таки берет этот раунд для своей команды. Берет и успевает дефьюз сделать. Так что это 7-4 пульсы. Ну, очень близки теперь к гранд-финалу. Бомба деактивирована. Но по-прежнему пока что возможен этот перелом событий вообще на карте. Пока что здесь явно, ну, до 9 раундов еще не дошли игроки команды названия Пульс, так что руки опускать не стоит. Да даже когда девятка у вашего соперника на табло, никогда не стоит опускать руки, надо бороться до последнего. Но эстонец просто не прощает, за всю боль идет разносить своих соперников, даблкил в его исполнении, также толпа. От Апсента закрывается выход Ланга, и Гейрос также получает по себе демеджа от эстонца. Квадрокилл в его исполнении, браво. Вот она и восьмерочка. 8-4, но все, походу здесь уже реально поплыли. И так вот, я вернусь 2,5 часами ранее к товарищу, который писал на ютубе, что да, Скорпионс easy win, потому что они размотают Madhouse. А я еще сказал, что ребята, в финал еще надо выйти. Ну и друг, объявись теперь в чате. Объявись теперь в чате, я ни в коем случае не злорадствую, это просто лишний раз подтверждение того, что игра длится до 2 взятых карт, именно в БО-3. И писать заранее, кто кого изи-пизи, лемон-сквизи, это вообще не по-спортивному, но и за это киберспорт наказывает, наказывает очень жестко. Так что, дорогие друзья, это 9-4, если не тащит NBK раунд 1 в 3, а там 3 оппонента фуловых, у NBK 13 хп, но и вероятность того, что по NBK ни один игрок не попадет по нему... Примерно 0,00000 тысячных. Одна, ну, посмотрим. NBK пока что 1 в 3. Исполнение клатч раунда. Внимание, ключ. Никнейм NBK. Но выход у нас будет все-таки под позиции кафе. Да, в принципе, куда бы здесь ни пошел, его будут контрить. В любом случае будут контрить. И отсюда ему явно просто так не уйти. Играть на голову, других вариантов у него нету. Информации о том, что соперник битый, не битый, навряд ли у него есть. Ее просто нет. Мне кажется, там только резонансы потрепали немного. Далее против Апсента. Да, была перестрелка на длине, но по нему просто не попали. Эстонец со своими лашками закрывает выход на мидл. Ну, в принципе, NBK все, он закрыт. Он закрыт под кафе, он закрыт под мидом, он закрыт под длиной и песками. Просто некуда идти. Но он находит первый минус. Да, но сразу же моментально погибает. Это 9-4 и 5. Миссия провалена. 5 матчпоинтов у команды Пульс. Слушай, ну, честно говоря, вот за этот турнир, за вчера и за сегодня, ну, как-то вот полюбилась команда. Знаешь, она вот такая в роли андердога, да, в которую особо-то много кто не верит. Но эти ребята спустя годы
годы, берут серьезные титулы, и это последний раунд, еще такой уверенный, это 5 в 0, 10-4, команда Пульс выходит в гранд-финал боевого дивизиона, отправляя Скорпионс на третье место. Пульсы просто батеньки, красавчики.